Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ваши финальные баллы 11. Замечательно, просто великолепно. Ну что, дивизион у нас, ребята. Опа. Опачки. Слушай, позиция 226. Я не могу понять, мы упали, ваша команда вышла в более высокий дивизион, дивизион 2. А почему, если здесь был дивизион, какой у нас получается? Четвертый, а тут второй. Хм. Ладно, ребята, это круто. Круто, что мы перешли в новый дивизион. Я вас всех, ребят, поздравляю. Всех абсолютно. Так, поздороваемся. Правда, больше уверен, что сейчас никого нету в игре. Потому что, ребят, времени... Ну, сейчас увидите, сколько времени на моих часах. И в это время все уже давным-давно, конечно же, делают баньки. Так, защитная арматура, ускоритель дым, усиленная турбо и топливный ускоритель. Ну, как ты понимаешь, я топчик не взял. Мне не хватило там, ну, чуть-чуть, ребят, буквально. Так, ух ты, смотри, нифига себе. Это что такое? Не знаю, что это такое, ребята. В общем, поедем сейчас. Первое, что у нас, это тоннели. Так, секундочку. Тоннели тоннелями, а мне оперативные. Так, ну, понятно. Мне надо посмотреть, что за задание. Проехать... Не то. Получите 200 времени в воздухе в сельской местности, 200 эфирного времени и проехать 2000 метров в городе приключения. Так, я, наверное, ну возьму ролейку. Только единственное, что мы поменяем. О! Девочка бык. Она быкует. Она просто, ребят, быкует. Фига там мотобайкер, ты посмотри, что творит. А я-то что вытворяю? Какую жесть. Он на байке еще что-то. Ты серьезно? Не, такого быть не может, ребята. На байке с кренделями, со всякими. Он еще не разбился ни разу. Ну-ка проверим, может быть, просто повезло ему. Я в такую удачу просто, ребята, не верю. Так, тихонько, 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 тихонько. Да, вот так вот я и хотел сделать. Но... Ё-моё, я же думал, сейчас еще и зависнет игра. Так, ребят, третья гонка у нас. Ну, баги-то, конечно, здесь будет немножко попроще, ребят, потому что... Ее стезя. А вот где байкер? Я байкер... Что-то я тут его не ощущаю, ребят. Что он там делает? Где он там вообще находится? Хотелось бы мне посмотреть в его глазенки прищуренные. Ну, я первый. Так, багги приехал вторым. Это третьим, а этот разбился. Ну и хрен на него. Все, ребята, у нас все отлично, все прекрасно, мы проехали. Да я, наверное, сразу открою. Так, магнит, ускоритель, фляг. Это рожица нам достанется, интересно, или же нет? Я ненавижу воду. Подожди секунду, я хотел, знаешь, что сделать? Да. Прокачать. Мы качаем нашу фуру. Сейчас все бабки туда волью, да? Даже не хватит еще. Даже, друзья мои, еще не хватает. Ну что, я поеду опять пока на раллийном авто, с вашего позволения, и... Рассчитываю, ну, пускай не первое место. Оу! Рейчик, 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 ты чё? Да, блин, ну как же ты так, а? Ну, конечно, ребят, без пузыря мне тут очень будет плохо. Я, конечно, успел его хватануть, но боюсь, конкурента своего мне теперь не догнать. Ну, немножечко не хватило все равно, ребят. Это из-за того, что я продинамил пузырь. Только лишь из-за этого. Если бы я его взял, конечно, бы все было бы
по-другому. Ну, сейчас посмотрим, что тут у нас получится. Вот это, наверное, я зря тут, конечно, все это выпендриваюсь, ребят. Но пока я фаворит. Нет, смотри-ка, мы взяли первое место, что очень меня порадовало. Продолжаем. Продолжаем наши гонки. Так, что-то мне не нравится. Мы сейчас приземлиться должны, по идее, да, перед этой штукой. Перед трубой. А вот дальше не помню. А дальше все, дальше финал. Ну и прекрасно. Опять же, ребят, первое место. Нифига себе, крыс какой-то тут. Кого там только не было. Ну что, откроем сразу тогда. Тяжеловоз и амортизаторы прыжков. Восхитительные диверсии. Давай попробуем мы в диверсиях прокатиться на... На нем. На маслкаре. Чувак, смотри, чувак небритый. Блин, пока я тут смеялся. Чувак небритый. А ты видел, как он делает хитро? Он опускает, ребята, голову вниз. А зачем? А чтобы не разбить. Нафиг нам это не надо. Слушай, вопрос у меня такой возникает. А как... Как он такие прыжки делает? Ну, я имею в виду байк. Ну, это-то понятно, что там крутится. Но как он делал такие прыжки, чтобы не разбиться? Тем более, сам понимаешь, что тут везде потолок. То есть, шаг влево, шаг вправо, и ты труп. У меня-то... Я понимаю, ребят, почему у меня так все тоскливо. Потому что на тачке никаких супер-пупер этих ускорений нету. Я, грубо говоря, сейчас еду... Как тебе сказать? На бархатных тягах. По-другому не называть. Ты смотри на байкера. Он едет аккуратно, но в то же время очень... Очень круто. Хоть аккуратно, но он круто ехал. Тут не поспоришь. Сейчас посмотрим. Вон, 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 вон. Дырота. Задрота, я бы сказал бы, наверное. А не дырота. Может, дрявчик, дырчик, блин. Как вот это еще прозвать? Это надо знать хорошо трассу, ребята, чтобы вовремя везде приземляться и притормаживать. Но аккуратность его, видишь, он теряет скорость, и, соответственно, я его обогнал. Хотя, ну да, вторым местом он, ребята, был. Так, забираем 17 деталей. Блин, понятно, нам это не достанется, да? Потому что это на премиум паках только. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, у нас каньон, Гранд Каньон. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, будет фур все-таки у меня в почете. Или же нет. Так, я в воздухе там что-то сделал. Давай-давай, толкай ее, молодец, спасибо. Что-то меня там отломали. Крышу, что ли, свернули? По-моему, да. Ну что, первое место. Пока все идет хорошо, ребят. Ну, тут вот, да, тут, конечно, потерял я в скорости. Так. Поехали, поехали, поехали. У нас еще не все потеряно, ребята. Я бы даже сказал, вообще ничего не потеряно, потому что мы сейчас здесь залетаем. Вот тут, наверное, немножко надо сбросить скорость, потому что нас иначе вверх бы подкинуло. Мне как бы это не особо нужно. И вот мы на финише. Слушай, ну круто. Круто проехали, что я могу сказать еще? Тут даже кто-то на хилл-климбе ездит. Нифига себе, ребята, вот это да, вот это. Слушай, мне кажется, что здесь вот я, наверное, поплыву. Хотя, они там все что-то, ребята, у них не получается ни шиша. Они все там забуксовались. Я вырываюсь за счет этого вперед. За счет того, что они там начали
буксоваться. Я думал, что я смогу туда наверх заехать, но нет, нифига у меня не вышло. Ну, тут главное, чтобы первым приехать. Причем мне нравится, что здесь, ребята, очень много шлемов стоит, как будто, знаешь, эти бывшие гонщики, покойнички такие. Так, получаем с тобой сундук. Магнит, усиленная турбо. Такая неплохая награда. Плюс вот здесь, ребята, мы забираем тоже нашу награду. Магнит, там ускоритель. Так, я, с вашего позволения, открою вот эти вот сундучки. Магнит, ускоритель, фляг. А здесь магнит и амортизатор прыжков. Кубок пустыни. Слушай, давай кубок пустыни попробую тоже, ребят, на фуре взять. В принципе, должно довольно неплохо получиться. Да, за счет вот нашей вот этой вот прыжковой, так скажем, силы. Ну да. Плюс, если мы еще под ускорением, вообще топово. Просто пролетели. Даже несмотря на то, что сзади ехали довольно сильные машины. То есть и суперкар, и раллийное авто было. Но, тем не менее, я урвал здесь первое местечко. Так, а вот тут вот, ребят, что-то под вопросом как-то. Моя гонка. Да, если бы не врезался, возможно, в эти кактусы, может быть, что-нибудь хорошее это и получилось. Вторым пока. Чего-то не хватает. Какого-то, может быть, супербуста или что-то такого довольно крепкого для усиления скорости. Ну, вот здесь вот по всем критериям, ну, как так-то, ребят? Ну, машина летучая и... Может быть, конечно, крылья пригодились бы здесь. Но, как видишь, у меня второе лишь место. Не получилось урвать. Так, ну что, 30 деталей. Это у нас зимние шины, и причем это у нас на байк. Я думаю, что это неплохо. Испытания на скоростных спусках, извините, ребята, это у нас вот для раллийного авто. Скоростные спуски я именно ей доверяю. Да, прекрасно. Хотя баги там, если честно, не отставал от меня и, может сказать, наступала мне на пяточки. Вот это сейчас было круто. А вот это не совсем. Но тем не менее, главное первым приехать. Что я и сделал. Так, и последний у нас заезд. Опа, я прям в воздухе, ребят. Вообще круто. Я даже не перевернулся, в отличие от нашего конкурента. Но кубок лесов. На чем бы нам прокатиться, ребята, в кубке лесов? Давай попробуем, наверное. А? Как думаешь? Вот это мне больше всего нравится. Мы практически с тобой полпути просто пролетели в воздухе. Просто пролетели в воздухе, и нам как бы вообще никто тут ничего даже не смог сделать, не помешал. Вау, здесь то же самое, ребята, эффект один в один. Круто. Ну что, давайте теперь попробуем третью трассу взять. Давай, родной. Единственное, да, проблема, когда он приземляется, начинает вот болтыхаться, как не знаю кто. А так вообще идеально. Просто пролетели все это в воздухе. Мне нравится. Так, давай я, наверное, открою здесь сундук. Так, крылья, колесо, ускоритель. А здесь... Вау, DJ Bill, ребята, новая фуражка. Новая фуражка из студии Нуса 2000. Маловато все равно пока денег. Ну что, давай попробуем взять теперь вот эту вот тоже так же, ребят, на
на ватрушке. Она что-то едет, но как-то не хватает чего-то. Вот я не знаю, чего, ребят, как-то... Ну, видимо, на прыжках мы с тобой набираем скорость только лишь, когда производим прыжок. А если мы с тобой просто едем по ровной площадке, не особо нам это помогает разгоняться. Ну, по крайней мере, у меня такое вот ощущение сложилось. Нам нужно именно вот в воздухе находиться, как-то вот так вот. Вот в воздухе, да, в воздухе у нас почему-то вот... Может быть, за счет, конечно, наших крыльев. Мы такой эффект с собой получаем. Ускорительный. Возможно, да, ребят. Скорее всего, даже из-за крыльев. То есть, плюс воздух и скорость, плюс у нас крылья. И получается, как бы, балдежный эффект. Но для этого, конечно же, нужно находиться в воздухе. Потому что по земле такого эффекта у нас не достигается. А так даже никаких претензий нету. Просто далеко позади оставляем своих противников. И еще один сундук заработали. Так, управление воздухом, стартовый ускоритель. Это все на ККМ-ку. Тяжеловесный ускоритель фляг. А, что, кубок путешествий? Ну давай попробуем кубок путешествий тоже взять на ватрушке. Ну да, кактус, конечно, тут не в тему. Ну, а что ты хотел от баги? Баги на то и баги, ребят, чтобы это... А, так у него тоже там, я смотрю, крылья, да? Прикинь, как вот так вот надо было их всех обставить. Я, честно говоря, не думал даже, что будет первое место, потому что, ну... Сам видел, что там происходило. И очень-очень, ребята, тяжело мы едем в горку. Еще и скорость потеряли. Да, только по прямой все-таки у нас получается хороший эффект. Чуть-чуть небольшая горочка, мы сразу с тобой начинаем теряться и... Здесь взял, опять же, ребята, небольшое преимущество. За счет того, что был большой подъем, я на него поднялся, взлетел, одним словом, скажем так. И в воздухе просто немножко обогнал. Смотри внимательно. Ты видел, да, что произошло? Но вот тут вот... Вот тут вот, да, ребят. Как ни крути. Баги нервирует. Она в подъем поднимается лучше, чем моя машина. Так что здесь неудивительно. Но давай посмотрим, что у нас будет на заводе, на магнитной фабрике. Вот эти вот прыжки, на самом деле, здесь как бы, ну, не рекомендательны для меня. Потому что здесь кругом магнит, и можем врезаться и разбиться просто на изи. Даже сам не поймешь, что произошло. Поэтому как бы лучше держаться по земле, но наша же вертушка не может этого себе позволить. Просто ехать по земле. Ей же обязательно нужно крутиться, вертеться, как я не знаю кому. Но крылья... Крылья, ребята, однозначно рекомендованы к прокачке. Именно на вертушке. Потому что это ее большой плюс. Да, за счет крыльев она может очень даже неплохо, ребята. Очень неплохо может показывать отличные результаты. Но прокачка крыльев нужна. Так как она очень прыгучая, за счет прыжков она может брать большие расстояния. И опять же, ребята, желательно по прямым трассам. Если будут какие-то там... С крышами, еще что-нибудь. Хотя у нее есть колеса, если их прокачать на полную катушку, она может и по крыше ехать. В принципе, для нее-то это не проблема. Так, 2000 монет заработали, спасибо огромное. Так, следующая какая у нас? Мистический кубок. Ну уж мистический кубок, извините, ребята, я буду ехать на раллийном авто тут. Вертушки делать, сам понимаешь, абсолютно нечего.
такие вот, так скажем, такая трасса. Да ну как опять же этот байкер-то, ё-моё, я не понимаю. Байкер, ладно, фиг с ним. А как этот меня обогнал? На каком, извини меня, искусственном интеллекте он меня, блин, поджал-то тут? Я, например, не пойму, ребят, что он делает и как. Монетный ускоритель, может быть. Может быть, друзья мои, очень прокачанный монетный ускоритель у него. Но все равно так вот вырваться вперед против, извини меня, усиленного турбо. Хрен его знает. Так, это что у нас с этой, да? А, так у него тоже, ребята, это фигня. Она у него монетный ускоритель, у него турбины. Вот оно что. В общем, он там хапнул-то всего, все, что можно и нельзя. Я-то думал, что я один такой умный. Нет. На монетном ускорителе плюс у него этот дизель стоит, ускоритель топливный. Поэтому как бы тут хорошо сейчас мотоциклист просто, ребята, в кашу разбился. У него что там? А, так у него еще идеальное приземление идет. Но это не у него, это у другого уже какой-то там. Я смотрю, просто тюф-тюф. Вот этот звук такой характерный. Это когда приземляется, он идеально. Начинается вот это вот мини-ускорение. Давайте ему. Ага, усиленная турбо. О, круто. Ну что, кубок застойный. Застойный кубок. Поехали на фуре поедем. Кубок застойный, отстойный. Я вот думаю, а что если бы у меня, например, на фуре был бы этот, как его звать? Крылья. Вот ей-богу, ей крылья, блин, наверное, было бы вообще идеально. Но, насколько я помню, на моей машине их нету, я не заработал. Ну, просто не нашел крылья для своей фуры, вот и все. Бывает что такое? Бывает. И вот за счет того, что она тяжелая, блин, а багги легкая. Но багги, ребята, потеряла, как говорится, скорость. Она упала в лужу, и за счет этого я обогнал ее. Воу-воу-воу-воу-воу, что это такое? Ну, что сейчас было? Твою налево, ребята. Слушай, а багги-то размазалась. Смотри. Багги размазалась, а этот... Да я еще и первым приехал. Ну, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Это было что-то с чем-то. Ребята, пещеры ледяного огня. Давай попробуем. Я, по-моему, ни разу на фуре не ехал. Или ехал, но... Неудачный опыт у меня был. По-моему, неудачный опыт. По-моему, я даже... Ты дурак, Рэй. Просто дурила, ё-моё. Ну тут по-другому не скажешь. Я даже, честно говоря, не ожидал, что он её так крутанёт, перевернёт там бедолагу. Ладно, фиг с ним. Так, подожди. Я понимаю, что меня там обгоняют и багги, и суперкар. Но, тем не менее, первыми приезжаем. Чуть-чуть уступает нам багги, совсем капельку. Такс. Ау. Да ядрен, матрен, но... Вот плохо, у кого, ребят, не прокачаны колеса, подниматься в горки. Я не могу понять, у него там что стоит-то? У него же нет этой штуки, чтобы крутить кульбиты. Как он их? Сам по себе что ли крутит? Горе мне горе, а. Просто взял и уступил.
уступил раллийному авто первое место по глупости по своей. Да, хотя тут больше, наверное, все-таки характеристика машины, ребят, зависит. Если она не может выдавать больше, чем нужно, хоть ты тут что делай. Ты видел, насколько мы выше и больше теряем скорости, чем то же самое суперкар? Ты посмотри внимательно. Воу! Ему повезло, что он на колеса встал. Просто чудом. Или не повезло ему? Нет, ребят, все-таки его размозжило там. Я думал, что он сделает кульбит и все-таки встанет на свои колеса обратно, но не вышло у него это. Так, большой воздушный кубок. Большой воздушный кубок, ну, можно, наверное, прокатиться. Попробуем. Давай попробуем. Что за зверь эта тачка? Да, это попрыгушка еще та, ребят. Так еще рычит зверско. Да? Но не забывай, опять же, есть, не дай бог, какая-нибудь пещера, то нам головы не сносить просто-напросто. У нас крыши-то нету. Поэтому надо быть очень аккуратным. И даже скорость, по-моему, там не по... Если ты снизишь скорость, да фиг его знает, ребят, что будет. В общем, здесь взяли первое место. Интересно, защита есть на этой машине или нет все-таки? Блин, только не говори, что это курятник. По-моему, ребята, это курятник. Ну, я имею в виду, это будет здание, где нам надо будет внутрь заезжать, да? Или нет? Нет, все четко. Да, для таких, конечно, гонок и поверхностей эта машина прям вот идеально создана для этого всего. Так, тяжеловоз, это новинка, ребята. А мы получили груз, но как бы не наше это, да? Ну что, давай попробуем теперь прокатить. Ой, баги. Да ладно, там еще и самокат. Не надо. Вот я сейчас его хорошо подвезл. Опять же, за счет нашего нитро и монетный ускоритель. Сыграли свое дело, чему я предельно рад. Угу. Да, у нас еще магнит, так что вообще за бестовский едем. Ха, прикольно. Прекрасно. Что еще можно пожелать? Ну давай последнюю гоночку с тобой зарядим. Да, монетный ускоритель, конечно, нам здесь очень хорошо помогает. Ну и, соответственно, магнит. То есть, начиная даже в воздухе, мы уже с тобой начинаем притягивать монеты горючие, и тем самым просто не останавливаемся, а шпарим на одном дыхании. Так что, я думаю, это идеально у нас была компоновка для нашей машины. Ну что, ребят, 30 самоцветов я забираю и забираю, точнее, открываю сундук. Управление в воздухе, старт ускоритель и 10 тысяч монет у нас в копилке. Так, я хочу еще, знаешь что, у нас денег 235 тысяч, мне хватит на прокачку нашей фуры. Да, ребята, прокачиваю полностью цепуху и у нас остается лишь сила. Улучшенные спойлеры дают хороший эффект прижимной силы. Если спойлеры сняты, эффекта не будет. Прижимной силы. То есть вот эти, я так понимаю, спойлера, да? Дают нам прижимную силу. Ну что, нормально. И шлем у нас новенький, тоже прикольно. Ну-ка, класс смотрится. Надо будет как-то его затестить потом. Шапка крокодилова. Шапка карка. А я, по-моему, в шапке крокодила даже еще ни разу не ездил, если честно. Хм. Ладно. Так, еще забрать 20 кристаллов. Так, новые задания.
проедете 1700 метров. Нормалек. Так, команды. Ну что, посмотрим, ребята, что у нас там по командным гонкам. Давай так. То есть он тоже, да, я так понимаю, держал до последнего. А по-другому никак не сделаешь так. Не, или же у него просто прокачана тачка, офигенно. Тут другого варианта нету. Что-то как далеко мы едем, едем, едем. У меня там шлем отлетел, что-то подлетало все. Фига, трасса-то какая долгая. Не, серьезно, а что такая долгая-то? Проедьте 1700 метров, я уже проехал. Офигеть. Давай попробуем на этой. Так, а чувак там назад отъехал, а нафига? Понял. Тут надо. Моноколесо, вы серьезно, блин? Вы моноколесо не дают сюда, блин. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит, ребят? Ауч, ой-ё, парасоте. Да. Не, давай-ка ККМ-ку. Ну, сам подумай, на моноколесе здесь ехать, ну, идиот, что ли? Опять этот чмо, умняга там полетел куда-то, да? Я не знал, что здесь так надо делать. Оу. А что тут у нас? А, гонка. Ну, давай попробуем. Как-то я тут слишком далеко, по-моему, подпрыгнул, ребят. Слишком далеко и слишком плохо я еду по сравнению со своим первым заездом. Да. Тут что-то, друзья мои, бзик у меня зашел. Захотелось мне сделать татуировку. У меня на теле ни одной татуировки нету. Дожил до стольки лет, а я ни одной татуировки не сделал. В принципе, в этом ничего плохого нету. А тут прям захотелось. Захотелось в татуировку. Что-то такое, знаешь, реализм. Блин, прям вообще не могу. Захотелось и все. И не знаю, сколько это все дело стоит. И у нас-то в городе нет таких профи, которые мы могли бы мне сделать классную татуху. Да и даже, если честно, я не определился, какую бы я себе хотел бы тату. Как вы думаете, стоит делать вообще ее или не стоит, да, ребят? В комментариях, конечно же, в комментариях пишите, что вы по этому поводу думаете. Я больше верю, что, наверное, многие из вас уже имеют татуировки. Не хотелось бы портака. Ну, я имею в виду портака такого, что... О татухах, которых ты будешь рано или поздно жалеть. Что, зачем ты ее вообще сделал? Надо, если делать, то делать сразу же качественно. Ёпрсты, что с мне... Что с моей вертушкой, бедолага? Жесть какая-то происходит. А вот, ребята, и байк у нас подбитый.
Ай-яй-яй. А горючего-то и не видно здесь пока. Не, вон оно виднеется, ребят. Но девчонка, как видишь, упала, и по ней еще ватрушка проехалась. Вертушка, точнее. Ватрушка, вертушка. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых скорых видосиков.